Зареченцы, которые почувствовали первые признаки ОРВИ, смогут обратиться за медицинской помощью, не вызывая врача на дом. При взрослой поликлинике открывается новый амбулаторный центр. Он будет изолирован от всех других помещений, а вход в него располагается с противоположной от фасада здания стороны. То есть поток пациентов с признаками ОРВИ будет ограничен от потоков пациентов, которые пришли в поликлинику с другими какими-либо целями. Этот центр будет принимать амбулаторных пациентов с признаками, такие как температура небольшая, кашель, першение в горле, насморк. В амбулаторном центре врачи будут проводить только первичный осмотр пациентов. Также в новом инфекционном боксе можно будет сдать ПЦР-тест на коронавирус. Это просто немножко облегчит работу врачей неотложной помощи, которые оказывают медицинскую помощь на дому в связи с тем, что у нас увеличивается количество вызовов, и своевременно оказать, обслужить вызова у нас немножко возникает затруднений. Поэтому если пациент чувствует себя удовлетворительно, самостоятельно может обратиться в поликлинику, то, пожалуйста, мы готовы оказать помощь. Врачи амбулаторного центра будут вести прием пациентов ежедневно с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».